Уважаемые телезрители, телеканал АТВ представляет прогноз погоды на 18 июля. И я, Олег Шигнанов, ваш ведущий погоды. Всем здравствуйте. Айдарка, привет. По республике при прохождении атмосферного фронта ожидаются дожди, сильные ливни, грозы. Ветер северо-западный 5-10. При грозах порывы до 25 метров в секунду. Температура воздуха по северным районам ночью плюс 13-18, по северо-востоку плюс 9. Днем плюс 24-29, местами до плюс 33. По центральным районам ночью плюс 13-18, днем плюс 22-27, местами до плюс 30. По южным районам ночью плюс 13-18, по юго-западу местами плюс 9, днем плюс 22-27. В столице Бурятии возможны дождь, гроза, ветер северо-западный 6-11, порывы до 18 метров в секунду. Минимальная температура ночью плюс 16, максимальная днем плюс 24. Атмосферное давление ночью будет расти до 712 миллиметров ртутного столба. Днем существенно не изменится. Величайший фараон Древнего Египта Рамзес II, живший в 13 веке до н.э., был отцом более чем 160 детей. Это был прогноз погоды на Первом альтернативном. С вами был Олег Шигнанов. Мне кажется, это был первый фараон, взявший детей-сирот на усыновление. Еще, наверное, дотации получал.